Всех приветствую в нашем автосалоне ZipAuto. Сегодня у нас на обзоре такой вот красивенький Ford Focus во втором кузове, рестайлинговый, 2010 года выпуска, в очень хорошей комплектации, оснащен двигателем 2 литра на автоматической коробке передач. У него отличное состояние, всего лишь 2 владельца. Сейчас я вам покажу салон. Салон автомобиля в отличном состоянии, сиденья у нас чистые, пластик дверей также без каких-либо дефектов, ухоженный автомобиль. В передней части у нас также все замечательно, сиденья не просиженные, без пятен, без дыр. Пластик также в отличном состоянии. Хозяйский автомобиль. Комплектация у нас с двухзонным климатом, с обогревом лобового стекла, обогревом заднего стекла, также обогрев передних сидений. Коробка у нас классический автомат. У нас имеется сигнализация с автозапуском. Два стеклоподъемника, электрозеркала с обогревом. Также такая вот магнитола от Sony. Сейчас двигатель у нас запущен, работает идеально ровно, без посторонних шумов. Пробег у автомобиля 153 тысячи километров. А если вас заинтересовал данный автомобиль, приезжайте к нам в автосалон ZipAuto. Он находится на Песочной 48. Записывайтесь на тест-драйв. Всю информацию по данному автомобилю можно найти в объявлении. Его можно приобрести по системе трейд-ин, в кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. До свидания.